Привет, друзья! Вы снова в гостях у Потапа. Сегодня у нас продолжение рассказов про микселей. Миксели, Кобракс, Лего, 9-я серия. Ну, ребята, через минутку уже соберем вот такого нового микселя из 9-й серии. Он будет тоже у нас впервые в Потапе. Посмотрим, кто такой этот Кобракс. А с обратной стороны показаны те миксели 9-й серии. Посмотрите, у нас сегодня племя ниндзя, и когда мы соберем 3-го микселя, у нас получится Макс. Невероятно большой ниндзя Макс. Ну что, распаковываем 2-го участника племени ниндзя. Достаем. Это, как обычно, один пакетик с деталями и книжечка, инструкция, где все описано. А вот он и сам Кобракс. Вот он должен вот так вот выглядеть, ребята, посмотрите. Ну а тут вся 9-я серия микселей. Тут все малыши, так можно их назвать. Миксель, Максы будут потом. Ну вот, в принципе, вот это вот небольшая кучка, из которой должен получиться миксель. И смотрите, что я делаю, ребята. Стой, стой, стой. Что там случилось? Посмотрите-ка, кто это там идет? Кто-то сюда движется. Подожди, Потап, Потап, подожди секундочку, подожди секундочку. Всем привет, друзья, всем привет. Я всех приветствую вас в Потапе. Потап, ты забыл про кубит. Ты что, не помнишь, что без кубита ты не сможешь собрать? Никого, даже вот этого маленького микселя. Да, в принципе, как ты, не помню, забыл. Ой, да, точно, извини. Точно, я и забыл про кубит. Макс полицейский, Макс полицейский, ты где? Давай быстрее, шевелись, тебя же ждут. Посмотри, сколько народу тебя ждет. Сколько подписчиков тебя сейчас ждет в данный момент. Иду. Вот он, кубит тут, кубит на месте. Извините, немного задержался. Опять эти никсели, они меня уже достали. Они кругом. Все, кубит на месте, Потап, начинай. Потап, не тяни, срочно нужны воины в наш город, чтобы очистить его от этих никселей. Итак, кубит на месте, начинайте. Ну хорошо, тогда начинаю. Микс. Итак, открываю. Смотрите, это миксель и еще кто? Что-то непонятное. И шевелится, как червяк. А, это же Кобра. Это же Кобракс. Да, это я. Рад всех приветствовать. Зовут меня Кобракс. А это Никсель, которого я взял с собой. А это Никсель мой пленник. Я его захватил по пути сюда, ваш Миксополис. Слышал, здесь у вас тоже неприятности большие. Здравствуй, сенсей. Здравствуй, дорогой. Ждал тебя. Очень долго ждал тебя. Но ты уж извини. Путь был мой долгий и не очень легкий, поэтому пришлось немного задержаться. Но ты посмотри, я не с пустыми руками. Какую игрушку для тебя я принес? Посмотри, вот этого маленького Никселя. С Никселями нужно быть аккуратнее. Зря вы о них. Они маленькие да удаленькие. Очень хитрые. Посмотри на его глаза. Посмотрите на его глаза. Посмотрите, какой он. Да этот настоящий черный ниндзя, маленький хулиганчик. Да, взгляд у него очень хитрый, как у всех никселей. Смотрите, главное, чтобы он еще не убежал, а то он еще натворит делов. У него еще... Откуда у него ножик? Откуда у него ножик в руках? Это он у меня выкрал. Это он у меня выкрал, когда я его доставлял сюда. Держите его. Вы меня не поймаете. Я же вас предупреждал. Что не маленький, да удаленький. Как теперь его ловить? Все, теперь опять будут беспорядки в городе. Да не переживай ты. Что ты переживаешь? Я в городе, сенсей здесь, и все. На днях прибудет наш третий товарищ, и что? И здесь произойдет такой праздник, потому что из троих произойдет микс. Но это совсем другая история, друзья. А пока надо возвращаться в город. Что-то мне тревожно на душе. Не нравится мне этот Никсель. Он слишком радостно убежал от нас. Что-то они задумали. Итак, возвращаемся в город. Никсели, чего вы так боитесь? Так боитесь вы их? Я вон спокойно взял и захватил его. Да мы всех переловим. Пошлите, показывайте, где наш Миксополис. Давно я не бывал в этих краях. А самое главное, чтобы они у нас не выкрали кубит. Если они у нас выкрадут кубит и у них произойдет Макс, то знаете, какой будет большой Никсель. С ним будет уже нам тяжело справиться, друзья. Имейте это в виду. Давайте поспешим в город. Не беспокойся, полицейский, все будет хорошо. Мы в городе. Сенсей в городе, значит, в городе все должны спать спокойно. Ну что, парни, надоело уже торчать в этих заростях. Пора выходить в город. Надо захватить наконец этот Миксополис и поставить там все на место. И навести там свои порядки. Я думаю, ты прав. Так и сделаем. Наверное, нападем сегодня на них и постараемся все захватить. Как вы считаете, парни? Вы готовы к этому? Конечно, готовы. Мы готовы. Это нужно было сделать очень давно. Опа, посмотрите, кто-то сюда идет. Смотрите, кто-то идет сюда. Вижу. Похож на Никселя. Посмотрите, только он какой-то темненький. Я не темненький, я просто Никсель-ниндзя.
Ниндзя, ниндзя, что-то странное имя. Что, имя, что ли, такое у тебя, ниндзя? Ну да, можете называть меня так. Никсель, ниндзя. Главное, я Никсель, какая разница, как меня зовут? Я же не спрашиваю, как тебя зовут. Вон вижу, какой звездоглазый радостный. Звездоглазый, ты что постоянно улыбаешься? А мне потому что так нравится. Ха-ха-ха-ха-ха. Да потому что звезданутый, понимаешь? Он просто звезданутый. Поэтому он всегда и улыбается. Кстати, сразу видно, что он звезданутый. Ну ладно, это потом. Очень рад всех вас видеть. Наконец-то я до вас добрался. Теперь я буду хулиганить, как хочу. Тем более у меня такой с собой меч. А ты как раз вовремя. Мы собираемся навести бардак и все взять в свои владения в Миксополисе. Потому что нас становится все больше и больше. И наконец-то захватить этот кубик и сделать наш свой Макс. Чтобы из нас получился большой-большой Никсель. Это самая наша основная задача. Захватить кубик. И тогда будет самый большой праздник. И тогда будет не Миксополис, а Никсополис. Мы это обязательно сделаем, Одноглазый. Не переживай. Все будет классно. Все будет наше. Ух, как я ненавижу этих Микселей. Я буду кругом сорить, я буду ломать, я буду озорничать в городе Миксополисе. Я все там разнесу. А у меня там твои счеты с племенем ниндзя. Я хочу с ними поквитаться. Они так меня захватили. Они захватили просто меня спящего, представляете? Я даже не успел посопротивляться. Ну ладно, все еще впереди. Уже скоро, не переживайте. Они думали, их никто не увидит. Ха-ха-ха. Хотят захватить кубик, как это смешно. Ну, проклятые Никсели. Ну, проклятые Никсели, сейчас мы вас переловим. Ой, смотрите, повернись назад, это же Кобракс. Это Кобракс, смотрите, это змея. Где? Точно, вот он сзади. Давайте нападем на него. Окружай его, окружай. Я его сейчас подожгу, Ну а что, Никсели? Ну что, хотите сказать, окружили? Да ничто у вас не получится, потому что я ниндзя! Потому что я ниндзя, я Кобракс, меня вы просто так не возьмете. Ну что, кто первый? Подходите! Вот так, но! Еще кто? Есть еще желающий? Шшшш, здесь кто или нет? Есть ли тут желающий? Шшшш, ну кто? Пожалуйста, вперед! Я ниндзя, я Кобракс! Я Кобракс. Аккуратнее, еще раз пробуем со всех сторон. Давайте пробуем еще раз. Еще раз все дружно вместе. Я попробую его сейчас полета. Будь осторожен, когда ты взлетишь, я попробую сзади его обойти. Вот так тебе. А тебе хвостом. Вот так вот вам всем. Сразу двоих, одного сзади, другого спереди. Я Кобракс. Ну что? Кто еще на меня? Мне все равно, хвостом, ножом, все равно. Теперь в городе будет порядок. Теперь будем править Миксели. И только Миксели будут в Миксополисе. Никаких Никселей. Разбегайтесь. Ну все, пойду я к себе отдыхать. Если что, я всегда вас найду. Ты видел это? Сделал свое дело и обратно уполз в свою пещеру. Классно, да? Это настоящий профессионал. Это настоящий ниндзя. Да, такой настоящая змея. Как дерется. Я не видел давно, чтобы так дрались. Он же их просто раскидал. Все Никсели разлетелись в разные стороны. Да, это было очень круто. Это все мои ученики. А ты представляешь, когда произойдет микс? Что тогда будет? Какой тогда будет ниндзя? Тогда будет ниндзя всесильный и всемогущий. Тогда в Миксополисе навсегда наступит порядок. Конечно, ты можешь не сомневаться, но ты еще не видел нашего третьего товарища, которого скоро увидишь. Он тоже прибудет. Он ни на каплю не слабее, чем мы. Ты когда его увидишь, удивишься. Конечно, обязательно дождусь. Мне тут все нравится. Мне нравится тут все. И как у меня красиво в пещере. Я люблю Миксополис. И всех вас, друзья, жду в гости в своей пещере в Миксополисе. Приходите к нам на микс. Это будет очень интересно. Это произойдет скоро, когда вы увидите третьего нашего ниндзю. А пока, всем до свидания. Я пошел спать.